Давай, давай, стреляй! Обходи справа, нет, слева. Раньше ох, кто там играет? Твой, ты первый начал, зачем ты туда сказал? Нет, надо справа. Справа. Да, играй нормально. Играй я нормально, что? Смотри. Эй, ботан, ты что, из библиотеки идешь? Чё, ботан, куда идешь? Чё, ботан, книжки читаешь? Блин, эти кто удалили, вообще не знаю за что. Ничего вроде не делала. Эй, ботан, быстро дала списать. Что делаешь? Хочу лететь к ней. Хотим и лететь. Вам какая разница? Большая. Чё вы к девочке лезете? Некому полезть больше? У нас сегодня контроль, так что на все. Вы что сами делаете? Идите к своим делам. Чё вы лезете к девчонке? Она ботанка, она должна нам помогать. Она не обязана. И чё? Здесь каждый сам сидит. Завтра можно встретиться в парке. Ну да, круто придумал. Тили-тили тесто, жених и невеста. Тили-тили тесто. Делайте! Зачем вы так с ними? Привет. Привет. Меня зовут Василиса, а тебя? Меня зовут Бенин. Будьте собачку. Давай ползать. Давай. А почему не отнимают собаку? Не знаю. Так нельзя. Малявка, сюда подошли. Кого ты малявку назвал? Чё? Дерутся. Смотрите, нельзя же драться. Ну что, сынок, пойдем? Пойдем, а что случилось? Что такое? Ничего. Тебя кто-то ударил? Нет. Кто-то побил? Нет. А кто? Ну-ка, говори. Ничего. И здесь тоже? Ничего. Ты мне скажи, кто тебя ударил. Пойдем. Никто. Пойдем, расскажешь мне. Пойдем. Олег, ну что такое? Почему ты мне не хочешь рассказать, кто тебя ударил? Больше так не будем. Давай дружить. Да, давай дружить.
Амир. А сколько тебе лет? 7. Давай дружить. Давайте поиграем в догонялки. Ты будешь. Сюда подошли. Вон маска. Ку-ку! Привет! Ждал меня? Ты кто? В смысле, кто? Я твой друг. Как у тебя дела? Ну, блин, да это не важно. Как у тебя дела? Что-то я смотрю, ты какой-то кислый. Кислый-то это да. Тебя хоть как зовут-то? В смысле? Ты что, не знаешь? Витёк! Забыл, что ли? Мы с тобой всю жизнь вместе тусовались. Короче, мне не нравится, что мой друг лучший и такой грустный. Давай я тебя развеселю. Опять наркоман. Да нет, ты чё? Смотри, хочешь прикол? Смотри, сейчас убью себя. Она не работает, зажигалка. Ладно, я плохо шучу на самом-то деле. Но у меня есть решение этой проблемы. Хочу тебе представить моего товарища. И твоего тоже, кстати. В смысле? Ты... Что происходит? Влад! Кто-то сказал, мастер отличных шуток. Штирлиц знал наверняка. А наверняк не знал Штирлиц.
Штирлиц надел шляпу на бикрень. На бикрень его под тобой без шляпы. Ну вот, давай. Он мужика нашего веселее. Посмотри, какой он грустный. Веселее, так. Давай. Есть у меня один метод. Давай. Сейчас. Сделай это. Давай. Я ходил в уроки. Ага. Уроки. Все, давай. Смотри, сейчас. Я показываю брейк-данс. Давай прыгаться. Давай. Иди сюда. Все, мы два ниндзя. Давай. Иди сюда. Сюда. Денег смешно? Пойдет. Как все твои друзья лучше? Правильно? Конечно, спасибо за то, что вы пытаетесь меня развеселить, но кто вы? В смысле, друзья? Я вас даже не знаю. А ты его знаешь, где? Да, нет. А ты хоть знаешь, где ты находишься? Я на Хабусь. Ну это не важно, правда? Это не важно, пошли. Да, давай, иди сюда, пошли. Веселиться, жизнь прекрасна. Давай, бери за руку. Давай, прыгаем. Раз, два, три. Опа! Ура! В траве сидел кузнечик, совсем как огуречик, совсем как огуречик, зелененький он был. Представьте себе, представьте себе, совсем как огуречик. Представьте себе, представьте себе. Ты чё такой кислый? Давай, поактивнее, давай, давай, все вместе. Лягушка, прожорливая хрюшка, прожорливая хрюшка, и съела кузнеца. Представьте себе, представьте себе, прожорливая хрюшка, представьте себе, представьте себе, и съела кузнеца. Не думал, не гадал он, никак не ожидал. Никак не ожидал он такого вот конца. Представьте себе, представьте себе, не думал, не гадал он. Представьте себе, представьте себе такого вот конца. Че, нормально все? Отлично, отлично, хорошо. Что такое?